18-й раз во Дворце книги открылась выставка-ярмарка «Симбирская книга». Это крупное событие, которое проходит в год книги. Оно объединяет издателей, полиграфистов, книготорговцев, библиотекарей, научные учреждения, учебные заведения, общественные организации и индивидуальных авторов. Мероприятие открыло театральная композиция «Великие симбиряне» о книге и чтении. И, конечно, главным ее персонажем стал Владимир Ильич Ульянов-Ленин, в роли которого на сцену вышел актер кукольного театра Андрей Козлов, ведущий мастер сцены. Речь в композиции шла о литературных традициях региона и их преемственности. Исполняющая обязанности министра искусства и культурной политики региона напомнила, что «Симбирская книга» – это еще и конкурс. Я желаю, во-первых, всем конкурсантам удачи. Жюри прошу быть, как всегда, справедливо объективным в решениях, которые вы принимаете. И очень надеюсь, что подведение итогов через 10 дней в этом зале пройдет в интересном формате. И мы узнаем, это всегда очень интригующая часть фестиваля, мы узнаем и книгу победителя, и лауреатов. В этом году на участие в выставке было подано 82 заявки из 8 регионов страны. Из них 34 от индивидуальных авторов и 40 от региональных издающих организаций. Более 700 изданий разных, и электронных, книги, полиграфические разнообразные издания будут представлены на выставке в этом году. Более 50 мероприятий пройдет в рамках «Симбирской книги». Программа «Симбирской книги» выставлена на сайте Дворца книги, вы можете с ней ознакомиться. «Симбирская книга 2020» представит издания, вышедшие на территории Ульяновской области за прошедший год, и лучшие книги ведущих поволжских и российских издательств. Мероприятия выставки-ярмарки продлятся до 24 апреля. В течение 10 дней состоятся презентации книг, творческие вечера и встречи с писателями, круглые столы, встречи с представителями издательских организаций, лекции и мастер-классы. С программами мероприятий можно ознакомиться на сайте Дворца книги. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Ул-Правда ТВ.